В данном видео мы рассмотрим механический ручной дозатор модели МДР с дополнительно установленным устройством перемешивания. Состоит из регулируемого привода вращения, лопастей якорного типа, оснащен предохранительной муфтой пружинного типа. Данное оборудование подходит для пищевых, косметических и химических производств при минимальных партиях выпускаемой продукции. Легкость в разборе позволит вам подготовить его к стерилизации за несколько минут. Объем дозирования данного продукта от 5 до 50 мл. Все детали, контактирующие с продуктом, изготовлены из нержавеющей стали и соответствуют стандарту GMP. Такая же модификация может быть установлена на дозатор пневматический МДР. Ну а теперь приступим. Для начала я установлю маленькую скорость вращения мешалки. Дадим ей пару минут и расфасуем продукт. Далее прибавим скорость вращения наполовину. Дадим ей пару минут. И теперь установим скорость вращения на все. Также дадим несколько минут перемешаться. Как вы видите, доза везде равна. Спасибо вам за внимание, всего доброго и до свидания.